Ребята, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. С Владосом приехали в пущу. 200 с лишним километров. 3 с лишним часа езды. И мы здесь. Время 6 утра. Приехали половить форель, погулять, подышать. 19 сентября. Сейчас, наверное, градусов 5-6 температура, так прохладненько. Ну, днем должно быть тепло, 15-18. Ну, а мы начинаем путешествие свое. Не переключайтесь, смотрите, отдыхайте с нами. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Погнали. Такую сделали из коры. Тропинку. Влад уже одну поймал. Я пока трех видел. Небольших таких. 250-граммовые примерно пеструшечки. Выходят. Аккуратно щиплет воблер. Но не хватает. Красота. Ну вот и моя малыха попалась. Ну какая красавица. Маленькая. Конечно, отпускаем. Все, беги, мелкая. Тут тебе и рыбалка, и грибалка. Дарю. Так, у Пахи поклевочка. Села хорошая форелька. Грамм 400, так, наверное. Иди к папе, иди к папе. Иди, иди. Только крючок мне не загони в руку. Такой экземплярчик. Самец, похоже. Ладно, отпускаем. Влада, вон поклевка. Тихо, 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 тихо. Да, тихо. Влада, поклевочка. Поклевочка, шпаклевочка. Хариус? Хариус, ага. Слышь, на спиннинг, на считай того, которого я поймал, на этот самый, на твоего нахлыста, это первый мой хариус. Офигеть. Иди сюда. Хорёчек. Какой хорёвзочек. Давай плавничок раскрою. Блин. О, красавчик, малыш. Давай. Скинь ему это. Держи сейчас. Безбородничек, да, там у тебя? Нет, это бородничек. Бородничек? Бородничек. Там все аккуратненько. Блин, надо было хоть фотку сделать. Ямба. На колебалочку. Зубастая. Еще как. Отпускаем, ребята. Классика. Очередная красавица. Да, сегодня рыбка активная.
практически через заброс поклевки. Вот такие леопардики. Леопардики, гепардики. Ладно, отпускаем сейчас. Ребята, осенью здесь, конечно, рыбачить одно удовольствие. Насекомых нет. Трава такая, конечно, еще дофига, но подприсевшая уже. Запахи такие. Ну, это все этих секилей таскает. Безбороденький, все легко. Оп. Молодец. Красота. Среди бегущих. Лесок чистенький такой, хвойный. Уже такие постаревшие. Дошли до мостика. Рыболовная часть маршрута подходит к концу. Сейчас у нас начинается грибная фаза. Вон он идет. Все, Влад пошел грибы искать. Мухоморы, кстати, берет. Говорит, что очень полезный гриб, если правильно приготовить. Ребята, воздух здесь, конечно. Воздух шикарный. Сразу по сторонам еще где-то можно быть. Вот он. Маленький не будешь брать? Нет, никакого, да? Да, веселки не видно. А мухоморчики, вот они.
как банан. Похож на подберезовик, что ли? Красавчик. Еще парочка. Главное, чтоб не розовый. И еще один. О, красавчик какой. Вот по краю леса пробежались. Штук 10. Нашел Влад. Так, для антуражу, скажем так. Че, сапоги наши высохли. Выдвигаемся домой. Погуляли отлично. Так что все, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Яблочки какие по пути нарвали. Яблоня стоит прямо на дороге. В Токаревке. Обалдеть, запах.